Приветствую вас, мои дорогие подписчики и те, кто случайно нашел мое видео на YouTube. На моей гитаре стоят немецкие струны Джон Хоуп. Это концертные струны высокого качества, предназначенные для профессиональных музыкантов. В этом видео я хотел бы показать вам, как играется проигрыш, который звучит. Ну, это самый последний проигрыш, вот, который играется в песне «Нам с тобой». Вот он немножечко похож на предыдущий, то есть там есть два основных проигрыша. Проигрыш, который звучит в середине песни, и проигрыш, который звучит в конце песни. Вот. В середине он звучит, по-моему, даже пару раз, потом этот же проигрыш, звучащий в середине, звучит в конце, и потом уже вот этот второй, который звучит только в конце песни. Вот еще есть... То, что я уже разбирал, это само вступление, ну, еще его называют интродукцией. Вот, то есть у нас получается три таких мелодических куска основных. Это вступление, которое играется в начале, потом проигрыш, который играется в середине, либо можно назвать это соло, иногда так называют. Вот, и последний кусок, это тот, который у нас идет в конце песни. Вот именно его я вам сейчас сыграл, вот, и хочу его разобрать. Помните тональность ми минор, вот очень много открытых струн. Единственное, что здесь будет, это еще барре. Вот. Может быть, даже с этим проигрышем придется немножечко употеть, особенно в местах соединения, потому что сложностью основной здесь является смена позиций. Вот. Для того, чтобы нам идти за мелодией, мелодия очень такая широкодиапазонная, вот. И чтобы нам подключать туда аккорды, нам приходится менять позицию. Вот. То есть вот от самой начальной мы даже идем вот сюда. Ну, я не думаю, что это будет сложно. На самом деле, если это постоянно повторять, вот, то с каждым днем вы заметите улучшение, у вас будет соединение лучше и лучше. Самое главное, сам процесс соединения заключается в том, чтобы успеть в ритм переставить аккорд и сыграть мелодическую ноту, которая у нас находится внизу аккорда на первых трех струнах нижних. Итак, давайте начнем потихонечку. Вот здесь... Нужно будет запоминать тоже по аккордам, как обычно. Вот такая вот первая фраза. Зажимаем первую струну на третьем ладу и играем шестой открытый вниз. Шестая, третья, вторая, первая. И потом сразу третья. Потом первая на втором ладу и играем ее со второй открытой. Первый открытый вместе со второй открытой. После этого нам нужно зажать барре на втором ладу все струны, четвертая, вторая на четвертом. Это будет аккорд H7, си мажорный септаккорд. Сыграть пятую, четвертую, третью, вторую, либо пятую, третью, вторую. Потом мизинцем сдвинуть по второй струне с четвертого лада на пятый.
и сыграть ее. Сначала по очереди 5, 4, 3, 2 на 5. Или вот так вот в правой руке, большой указательный, средний, безымянный. 2 на 5. И первую дергаем, она у нас зажата на втором ладу в аккорде. Вот такой вот фраска вот такая. И третью струну в конце тоже играем. И у нас уже вот что получается. И далее открытые струны, шестая с первой, третья, вторая, третья. Потом опять открытые струны, четвертая со второй, третья, вторая, третья. И вот такая фраза на открытых струнах. Теперь все вместе. Так, идем дальше на седьмой лад. Первая на седьмом, шестая на восьмом. И здесь шестая, третья, вторая, первая. Зажимаем всего две струны, получается вот такой аккорд. Первая на седьмом, шестая на восьмом. В правой руке шестая, третья, вторая, первая. Потом третья. Такой перекатик, переборчик. Вот. Далее стараемся не убирать вот эти зажатые струны. Вторая на десятом мизинце. И вторая на восьмом, третьем пальцем. Безымянным. Получается вот такой аккорд. Идем дальше. К следующему аккорду. Первая на пятом, третья, вторая на седьмом. Играем с четвертой открытой. Потом третья, вторая. Потом мизинчиком поджимаем вторую на восьмую. И дергаем первую струну, которая прижата на первом, на пятом ладу. Вот это аккорд ре-мажор, Д, в пятой позиции. И опять третью струну можно сыграть. Было так. Еще разок. Далее первая на третьем, шестой открытый, потом третья, вторая, третья открытая. Опять открытые струны. Шестая с первой на третьем, третья, вторая, третья. Потом четвертая с первой открытые. Опять третья, вторая, третья открытая. Вот что получилось. Я думаю, это не сложно. А вот дальше придется зажать опять барре. Барре на восьмом ладу. Третья на девятом. Первая на десятом. Ну и достаточно. Барре на восьмом, третья на девятом, первая на десятом. В правой руке мы играем шестая, третья, вторая, первая. Такой перекатик, переборчик вниз, по очереди. Потом третья. Подсыпаем мизинец от первой струны, она у нас в барре на восьмом. Играем. И потом мизинцем, не отсыпая весь аккорд остальной, зажимаем вторую на двенадцатом и играем ее. Вот медленно. Идем дальше. Первая на пятом, третья, вторая на седьмом. Четвертая открытая вниз, четвертая, третья, вторая, первая. Мизинцем первую поджимаем на седьмом, не отсыпая предыдущие ноты. Играем. Потом первая на восьмом. И дергаем третью в аккорде на седьмом ладу.
Дали первую на седьмом, зажимаем, играем вместе с шестой открытой, третью, вторую, третью. Тоже будут открытые по очереди. Потом следующий аккорд, третий на втором, вторая на третьем, первая на пятом. Играем четвертую с первой, третью, вторую, третью. Вторая на первом и мизинцем первую на третьем. И опять пятая, третья, вторая, первая, третья. Потом отсыпаем мизинец и пережимаем вторую с третьего лада на второй лад вторым пальцем. Черзок. Пятая, третья, вторая, первая на третьем. Вторая на первом, пятая на третьем. Пятая, третья, вторая, первая, третья. Первая на втором, первая открытая. Пары на втором. Четвертая, вторая на четвертом. И в правой руке мы играем пятую, четвертую, третью, вторую. Потом сдвигаем мизинец, играем вторую на пятом. Первую в баре на втором. И третью дергаем, она тоже на втором в баре. И дальше открытые струны, шестая с первой. Третья, вторая, третья. И далее четвертая со второй открытая. Третья, вторая, третья. Вот такая концовка. И дальше мы продолжаем, повторяем этот кусок мелодический. То есть мы также и начинаем, и заканчиваем абсолютно этим же куском. Мы начинаем. Также заканчиваем. То есть на стыке у нас играются два одинаковых куска подряд. Вот. Две одинаковых фразы, лучше два одинаковых предложения, две одинаковых части, можно еще так сказать. Вот мы закончили. И опять начинаем следующую с точно такого же куска. Но я думаю, вам понравится, вот, потому что, ну, несмотря на баре, здесь очень много открытых струн. Я думаю, звучит она очень полно, вот, абсолютно включая в себя все основные мелодические ноты, вот, аккордовую линию, басовую тоже, которая звучит в записи. Вот. Я абсолютно ничего не убрал, наоборот, старался все сохранить. Может, чуть-чуть добавил, чтобы держался ритм, но мелодия играется так же, как в оригинале. Большое спасибо за просмотр, тренируйтесь, и у вас обязательно все получится.